Здравствуйте, товарищи! Недавно на нашем канале мы объявляли сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения в городе Тулун. Мы откликнулись на призыв о помощи от ребят из марксистского кружка города Уссурийска. И несмотря на значительное присутствие левых в интернете и в сообществах, вот как-то ярко смогли это сделать только они. Ну, или мы их заметили, что тоже важно. Что можно сказать об этих ребятах? Лично мы с ними не знакомы, но они оказались эффективны и, что самое важное, неравнодушны. О какой помощи говорили ребята? О примитивных вещах. Закупки лекарств, одежды, еды, элементарном хозяйственном инвентаре. Ребята и мы обещали отчет, и мы его даем. Данный материал является обобщением работы ребят из Уссурийска, волонтеров и сотрудников некоммерческих фондов, которые отозвались на их призыв и помогли им, и просто людей, которые оказались неравнодушными к большой беде, а также нашей точки зрения о том, что случилось в Тулуне. Но переходим к отчету. Всего было собрано 954 630 рублей. На собранные деньги осуществлена следующая деятельность. Отправка двух машин с гуманитарной помощью на сумму в 560 тысяч рублей. Осуществлена закупка детской одежды на сумму 300 тысяч рублей. Была оплачена услуги транспортной компании на сумму 4600 рублей. Оставшиеся деньги в размере 81 805 рублей будут потрачены на помощь детям, которых привезут в приморский лагерь «Океан» из города Тулуна. Хочется порассуждать, какую помощь, в свою очередь, оказывает государство. По словам вице-премьера Российской Федерации Виталия Мутко, 90% пострадавших от паводка в Иркутской области получили первоначальную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. По его словам, сейчас активно начинается выдача компенсации в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утерю имущества. Не надо обладать какими-то сверханалитическими способностями, чтобы понять, что для людей, полностью потерявших имущество, 100 тысяч рублей не является какой-либо панацеей или спасением. По статистике сайта частных объявлений Авито, дома в Иркутской области стартуют с отметки 50 тысяч рублей за дом. Старт такой низкой цены объясним. Люди продают остатки смытых домов. Ну, хоть за сколько. Старт цен в окрестных деревнях и селах начинается уже с отметки 150 тысяч рублей. То есть компенсации уже не хватит. Но на выручку, как всегда, придут кредитные организации, мобилизуются родственники, друзья и неравнодушные. Видимо, у властей именно такой расчет. По словам очевидца пострадавшей Татьяны Свидерской, эта информация приводится из открытых источников, вы можете найти фамилию и имя этой женщины в интернете, матери троих детей. Чиновники и комиссии позволяют себе отпустить фразу в духе «Вы молоды, ничего страшного, еще наживете». Классический случай бесконечно далекого от народа чиновника. Видимо, он просто не знает, как живут люди в Иркутской области. Средняя зарплата в Иркутской области на февраль 2019 года 41 502 рубля. Не самая низкая по стране, но и не самая высокая. Для людей, занятых в сельском хозяйстве и различных сферах услуг, она еще меньше. Около 20-35 тысяч рублей. По году повышение средней зарплаты по региону делает труд работников, занятых добычей полезных ископаемых. 76 107 рублей. Именно во столько оценивается их работа в среднем. Ну и финансовых и страховых организаций с зарплатами в районе 61 977 рублей. А также организациях, оказывающих услуг по транспортировке и хранению. 50 360 рублей. Про госорганы мы говорить не будем, официально зарплаты там маленькие. В общем, это все, что нужно знать, чтобы понимать, что богато в Тулуне живет довольно немного людей. Но, как многие в России, люди крутятся. Где-то огород помогает, где-то скот был, но теперь всего этого нет. Ожидаемо циничным в этом свете выглядит невнимание крупных телеканалов и СМИ к отчетам о ликвидации последствий ЧП, а также к причинам случившегося. Кстати, так же, как и с водосбросом воды в волжских водохранилищах и последующим обмелением Волги, что привело к экологическому бедствию. Там тоже никому ничего не интересно. Основной причиной случившегося в Тулуне считается аномальность развития атмосферных процессов,
на фоне глобальных и региональных изменений климата. Но еще Лазарь Каганович говорил, что у каждой аварии есть имя, фамилия и должность. И кому бы впоследствии эту фразу не приписывали, Сталину, Берии, Ежову и прочим, в ней есть сермяжная правда – ответственности за случившееся. Вроде бы и тут виноватые есть, но все как-то неявно, мутно. Настолько неявно, что прошло уже немало времени, а никто с громом, шумом и молниями не сел в тюрьму, не оштрафован на баснословные деньги и не несет, по сути, никакой ответственности. Все это не ключевые вопросы, все это маловажно и на структуру власти никак не влияет. Этот цинизм – основной принцип капитализма, где человек человеку волк. И этот волк чувствует свою безнаказанность. Он проникает в тех, кто отнюдь не занимает постов. В Тулуне округа страдает от мародеров. И, казалось бы, на чем наживаться? Но, тем не менее, находятся желающие. Волонтеры с мест пишут, что за гуманитарной помощью приходят люди, не пострадавшие от наводнения. В основном молодежь. Как говорится, на халяву и уксус сладок. И мысли о том, что ты, вероятно, объедаешь в буквальном смысле того, кто действительно голоден, не приходит в голову людей. Чем это принципиально отличается от логики абстрактного проворовавшегося чиновника, который пьет соки из нашей родины и ни о чем, кроме себя, не думает? Да, в общем-то, ничем. Просто один дармоед сильно беднее другого. Но дай ему власть, и он будет уже не дармоедом, а мироедом. Ведь мотивации одни и те же. Так же, как в ситуации с храмом в Екатеринбурге, в ситуацию в Тулуне вмешался сам. О визите не сообщали. О том, что ждут высокого гостя, начали догадываться, когда в здании администрации внезапно начали переселять с рабочих мест чиновников, а после обеда и вовсе всех отправили по домам. Естественно, ради безопасности и уменьшения информационного шума. Хотя сама по себе ситуация хоть и понятная, но надо обеспечить безопасность, но довольно странная. Естественно, желающих встречи с президентом никуда не пустили. Привели кого надо, показали, сняли, распространили в сети. И, в общем, организовали. Надо отдать должное технологам президента. Работать пацаны умеют. Даже пустили слух, что жители, мол, сожалеют о том, что ситуация в Тулуне отвлекает президента от более важных дел. Господи ты, боже ж мой. Конечно, ведь это идиотизм, когда все в стране управляется в ручном режиме, а из президента делают супергероя, который вот сейчас прилетит и все проблемы разрешит. Президент остался, естественно, недоволен работой чиновников и скоростью разрешения проблем в зоне подтопления. Все, кто срывает работы, получат по шапке. И в качестве щелчка по носу хамоватым чиновникам президент особенно подчеркнул, что нельзя допускать хамства. Ну, товарищи, ну это же классика. Бояре опять проштрафились и пришлось опять спасать ситуацию. Нет, в принципе, в Голливуде тоже есть вечные сюжеты. Они даже в Библии есть, если что. Но это уже даже не смешно. Я там выше похвалила работу технологов, но вы, ребят, это, пацаны, подумайте, может, новый сценарий? Ну вот хотя бы фабулу там поменяйте. Знаете, вот просто президент приезжает без ЧП, наводит порядок, и потом все хорошо. Ну вот нельзя же так вот все время одно и то же. Но, тем не менее, СМИ вновь вернулись хотя бы в этом ключе к освещению проблемы затопленных районов. Теперь побудем немного серьезными. В Тулуне смыло около 1200 домов, пострадало около 37 тысяч человек, то есть практически каждый житель города. Нанесен ущерб сельскому хозяйству на 200 миллионов рублей, а надо понимать, что это Сибирь, и среднегодовая температура в Тулуне минус 2,5 градуса, для сравнения, в Москве почти 6, плюс 6. То есть даже яблоки летом в Тулуне не спеют, не успевают. И этот ущерб сельскому хозяйству очень ощутим для региона. Совокупный ущерб от паводков в Иркутской области оценен в 29 миллиардов рублей. И виноватых с конкретными именами и фамилиями нет.
Прокуратура проводит проверку и будет долго ее еще проводить. А история с подтоплением, погибшими людьми, личными и глобальными катастрофами забудется. И забудется быстрее, чем будут построены новые дома для тех, кто их потерял. Ну, вот такова природа современных медиа и сознание людей, которые эти медиа формируют. Того, о чем не говорят, в принципе, не существует. Так очень скоро и не будет в сознаниях людей существовать какого-то городка в Иркутской области под названием Тулун.